Уважаемые коллеги, давайте продолжим работу школы. И мы сейчас продолжаем тему искусства. Если в первой лекции была тема финансовых сетей, да, визуализации, которая сама по себе прекрасная, то сейчас мы больше говорим про искусство регулирования, управления, в частности финансового управления и банковского. И я бы хотел представить нашего преподавателя Алексея Лобанова, который уже шестой раз в Перми находится каждый год на зимней школе. И сейчас он является одним из таких ключевых людей, которые формируют методологию регулирования в России и, в общем, непосредственно влияет на то, что происходит сейчас внедрение Базеля 2 и последующих международных требований, которые трансформируют всю индустрию риск-менеджмента сейчас у нас здесь. Поэтому, Алексей, слово. Добрый день, уважаемые коллеги, друзья. Очень рад снова быть в Перми, снова на зимней школе, увидеть много знакомых, в том числе и по зимней, и по летней школе, которую я героически прошел в прошлом году. Еще раз спасибо за приглашение Сергея и за выбор темы, потому что каждый год, когда я готовлюсь к выступлению, мне приходится переосмысливать то, чем мы занимаемся. Да не только мы, в каком-то совершенно новом ключе. Ну вот как сегодня, например, это искусство регулирования. Да? Насколько вообще совместимы эти понятия? Можно ли о них говорить сколько-нибудь серьезно? Если да, то как совместить их друг с другом? Вот об этом как раз я надеюсь сегодня поговорить, в том числе с вашей помощью. Будет несколько вопросов, где мне бы хотелось получить от вас тоже определенную обратную связь. Вот. Ну а пока давайте будем двигаться вперед. Ну, такие глобальные темы, конечно, да, как искусство и регулирование, наука и регулирование требуют некого концептуального осмысления с точки зрения того, что же мы понимаем под этими терминами, ну хотя бы под первым из них, под искусством в этом контексте. Вообще, как мы их будем сопоставлять между собой? И вот, когда я готовился к этой презентации, размышляя все-таки, что же будет являться канвой, да, то ли элементы искусства в регулировании, что тоже имеет место быть, и сегодня некоторые из них вы сами увидите, то ли это может быть само регулирование, которое определенным образом смотрится через призму искусства, не так, как это видится науке. Да, о научной стороне регулирования мы с вами тоже говорили не раз на предыдущих школах. И вот в качестве такой красной нити я выбрал одно произведение, классическое, которое когда-то мне очень нравилось и вдохновляло на разного рода эксперименты. Надеюсь, что этот эксперимент тоже удастся. А в качестве объекта для рассмотрения я предлагаю взять уже хорошо известный многим, но все-таки неизвестный до сих пор, наверное, большинству из вас документ, который только что вышел из-под пера Базельского комитета, еще горячий, дымящийся, еще не вступивший в силу, но уже опубликованный в прошлом месяце, завершающий большую работу по фундаментальному пересмотру торгового портфеля. Так вот, вопрос, на который я хотел бы попытаться найти ответ с вашей помощью, звучит таким образом. А является ли этот именно документ свежайший, самый последний, сложный, произведением искусства? Да? Вот можно ли его под таким углом рассматривать? И какой ответ мы получим? Я надеюсь, в конце вы тоже поможете на него ответить. Ну, для того, чтобы дать ответ на этот вопрос, нужно будет еще коснуться вот таких вот вещей, о которых, как правило, мало известно. Они находятся за кулисами, их тщательно скрывают, неохотно о них говорят в последующем. Это то, что предшествует принятию итоговых решений и, как правило, является результатом сложных компромиссов между разными центрами интересов, сил, то, что называют итоговой калибровкой, установлением итоговых значений коэффициентов или параметров
Вот когда я принимал участие в этой работе как член группы, у меня иногда складывалось ощущение, что мы ставим телегу впереди лошади, а запрячь ее нужно было в правильном порядке давным-давно. В самом начале этого пути, а не к концу, когда мы к нему уже практически подобрались. Так. Ну, в качестве эпиграфа мне бы хотелось не отказать себе в удовольствии процитировать одного из моих любимых поэтов, английских, американских, если быть точнее, критиков и писателей, Эдгара Аллана По, который, безусловно, открыл совершенно новые глубины и горизонты в самом языке, в том числе в поэтическом английском языке. И вот, размышляя на тему искусства, да, к кому же еще обратиться, как не к нему? Конечно, поэтов и писателей, создавших шедевры, на все времена было немало за эти столетия, а вот тех, кто бы оставил какой-то критический разбор чужого или своего творчества, да, может быть, даже с рецептом того, как эти шедевры нужно создавать в будущем, их, к сожалению, совсем немного. И вот Эдгар По относится к этим немногим авторам, кто рефлексивно проанализировал, может быть, немножко в шуточном ключе, а может быть и в очень серьезном, свой же творческий путь, когда он писал свое самое знаменитое стихотворение и опубликовал критическую работу, которая вот уже почти 150 лет служит предметом, с одной стороны, подражания, восхищения, критики и дискуссий специалистов в области поэзии, ну и, в принципе, изящных искусств. Ну вот, это стихотворение было написано им уже под конец жизни, небольшой фрагмент из него, который, как правило, не переводится, но один перевод мне удалось найти, который я хотел бы тоже сейчас воспроизвести. «Прочь бегу, но знаю, от себя бегу, тщетно заклинаю отпустить слугу, как в цепях тоскую, силу колдовскую сбросить не могу». Вы можете спросить, это о чем я вообще говорю? А я говорю, это вот о том, о чем написано в заголовке. О фундаментальном пересмотре торгового портфеля, потому что его сила колдовская, она еще только начинает проявлять себя. Я думаю, что вы ее почувствуете хотя бы отчасти, когда мы перейдем уже к более предметному разговору на эту тему. Но все-таки, говоря об искусстве, нужно определиться с понятиями, с терминами, да, как это видится хотя бы для очень поверхностного анализа, чтобы можно было сделать вот такое сопоставление наука-искусство. Когда-то давно, когда я готовился к поступлению в зарубежные университеты, и мне нужно было сдавать экзамен JRE General, может быть, кто-то из вас его сдавал или будет сдавать в будущем, там было такое задание «Подбери антонимы». То есть нужно было выбрать из набора слов, как правило, непростых, английских, именно то значение, которое в наибольшей степени отрицает смысл выбранного компьютером слова. И вот это упражнение мне вспомнилось, когда я писал эту табличку, пытаясь сопоставить все-таки отличия между наукой, которой мы все, наверное, как-то ближе были, по крайней мере, да, или есть, и искусством. Ну, если наука оперирует все-таки чем-то объективным, тем, что можно проверить, воспроизвести неограниченное количество раз, да, убедить себя и других в том, что это действительно так, независимо от восприятия тех или иных феноменов самим ученым, исследователем, его приборами, его трансляцией своих находок и открытий средствами языка, то искусство, оно целиком субъективно. Оно, в общем-то, как правило, не претендует на какое-то универсальное восприятие тех или иных творений. Да? Часто художник творит только для того, чтобы выразить себя. И вполне этим довольствуется, не беспокоясь о том, как его работы воспринимаются и критиками, и публикой. Говоря о инструменте науки, ну, это разум, да, это рациональный подход, основанный на доказательствах,
которые должны нас привести к открытию неких истин. В искусстве мы ищем не истину и даже не, как говорил известный герой, да, я делаю это не ради правды, а ради истины, и даже не правду, а мы ищем красоту. И эта красота многогранна, она может иметь совершенно разные формы, но ее нахождение является неотъемлемым атрибутом истинного шедевра. Да? Если он не вызывает чувств эстетических, связанных с созерцанием красоты или созданием красоты, то, наверное, это не искусство, а что-то иное. В отличие от науки, где мы найденные истины формулируем в виде знания, которое, опять же, объективно и не зависит от того, кто открыл это знание, инвариантно к его авторам. И также транслируется вот в таком виде в будущее, от поколения к поколению. Что важно в искусстве? Это, безусловно, то, что называют вдохновением, интуицией, мечтой. Тому, что в науке противостоит точности, краткости, однозначности. Как раз многозначность искусства является его очень сильной привлекательной стороной, то, что совершенно в науке нетерпимо, как правило. Да? То есть те или иные описанные объекты должны восприниматься однозначно, иначе невозможно их доказательство и воспроизведение. В отличие от этого, в искусстве как раз вот эта уникальность, невоспроизводимость ценится больше всего. Да? Ну, подумайте сами, что стоит дороже, оригинал картины или ее копия, да? Пусть даже точная, фотографическая, как говорится, даже лучше по качеству, может быть, чем оригинал, но все же. Именно уникальность, которая является следствием самовыражения и является вот той самой привлекательной стороной искусства. В то время как в науке этому можно противопоставить достоверность. Ну, а достоверность подтверждается методом доказательств. Это могут быть доказательства эмпирические, полученные в ходе эксперимента, хотя в современной науке все труднее и труднее ставить эксперименты в силу того, что она уже во многих областях вышла на границы измеримого, исследуемого, и приходится все больше переходить в область теории, подтверждая ее косвенными наблюдениями, в лучшем случае, а то и какими-то иными теориями. В искусстве же чистый эксперимент, хотя были, безусловно, художники, которые создавали целые учения, школы эстетические и стремились как-то формализовать и зафиксировать свой художественный опыт. Ну, а целью науки в конечном счете является не знания сами по себе, они, если их не применять, довольно-таки бесполезны, как книга, которую вы купили, никогда не открываете, не читаете. Они нужны для того, чтобы предсказывать в конечном счете будущее. Причем делать это с высокой достоверностью. Зная будущее, можно строить свою стратегию поведения, извлекать из знания какие-то выгоды. Искусство же создает вымышленный мир, я бы даже сказал, миры, их множество, они могут не пересекаться между собой. И все они равноценны, по большому счету, потому что, опять же, в основе их лежит эксперимент, самовыражение, вдохновение и бесконечные, как и поиски истины, погоня за прекрасным. Ну вот теперь, вооружившись этими категориями, да, основными, давайте посмотрим на то, что получилось у Базельского комитета, ну и у нас в конечном счете, из попытки сделать новый подход к оценке рыночного риска для покрытия его капиталом, то, что называют фундаментальный пересмотр торгового портфеля. А чтобы иметь какую-то уже более четкую путеводную нить, я хотел бы обратиться к работе уже процитированного мною сегодня однажды Эдгара Аллана По, которая называется «Философия творчества». Это одна из его довольно многочисленных критических работ, которая посвящена критике самого себя, а именно разбору метода, который он якобы применял, придерживался его, когда писал свое самое знаменитое стихотворение «Ворон». В этой работе она достаточно компактна по объему и легко читается. Я рекомендую всем, кто ищет вдохновение,
и не находит его, а писать нужно, да, при этом. Вот нужно создавать шедевры, несмотря на отсутствие при этом внутреннего желания это делать. Прочитать эту работу, чтобы руководствоваться вот этими критериями, которые во многом направят вас, может быть, на путь, ведущий к Пегасу. Первый критерий, который он формулирует, как то, чему следует придерживаться истинным поэтам, хотя Эдгар По был знаменитым при жизни не только как поэт, но и как писатель-прозаик, как мыслитель, как критик и как лектор. Но в этой работе он говорит конкретно о поэтическом творчестве, как, по его мнению, наивысшей формы литературного творчества. Он говорит, что произведение, которое претендует на статус чего-то нетленного, вечного, должно иметь сравнительно компактный объем, так, чтобы можно было его прочитать за один присест. Он так и пишет. Потому что, когда вы разбиваете его на несколько сеансов, у вас теряется вот это вот единство эффекта, да, ощущение того, что вы действительно прикоснулись к шедевру. Он сразу делает оговорку, что это не касается прозаических произведений. И практически всю свою жизнь он писал сравнительно короткие эссе, рассказы, лишь один раз написав и то незаконченное произведение в жанре повести или романа приключенческое. Ну вот он так это характеризует. Примерно 100 строк для поэмы этого считается вполне достаточным, не больше, не меньше, ну с какими-то, да, дельтами в обе стороны, чтобы она могла быть прочитана на одном дыхании и читатель мог ощутить вот это вот единство впечатлений, единство эффекта. Второй критерий – это впечатление. Он ставит такую цель перед собой, чтобы его произведение было бы доступно всем и представляло собой, то есть широким кругам. Читатель не обязательно, это должны быть его коллеги по цеху, не обязательно только какая-то вот несведущая публика, чтобы оно было универсальным и воспринималось как интенсивное и чистое возвышение души. То есть переживание прекрасного должно быть очень сильным, и это достигается вот за счет тщательно продуманного заранее эффекта. Я хочу подчеркнуть, что все эти критерии он предполагает продумывать заранее, до того, как садиться за перо и бумагу. Что касается тона, ну, что, как он пишет, проще всего исторгает слезы из зрителя, это, конечно же, меланхолия или печаль. А что может быть более меланхоличным, чем тема, например, смерти прекрасной девушки? Вот как раз это может послужить конвой, да, для сочинения какого-нибудь трогательного, душещипательного произведения. Хотя другой мой коллега, который тоже занимался всю жизнь искусством, любил говорить, что заставить зал плакать может каждый дурак, а вот смеяться – это гораздо тяжелее, да, чем заставить его рыдать. Но все же, да, тема может быть разной, но, например, вот такой – печальный и стопроцентно шедевральный. Чувство идентичности в произведении должен быть определенный рефрен, который повторяется из одного куплета в другой, подчеркивая в разных вариациях одну и ту же мысль. Эта мысль может иметь чисто эстетическую форму, да? Например, повтор красивого слова, которое в стихотворении Эдгара По «Ворон», как вы знаете, называется «Nevermore» – «Больше никогда». Оригинальность произведения, то, что очень важно, да, и дает возможность насладиться им как будто бы в первый раз широкой публике, предполагает отсутствие каких-либо интуитивных поисков, импульсов, порывов. Все должно быть тщательно продумано, размерено. Далее в своей статье он описывает, как он выбирал размер и рифму для своего стиха. Говоря о том, что за многие столетия перепробовали все, никто не пытался осознанно скомбинировать два новых измерения в стихе. И он это сделал. То, что мы уже упоминали, это единство или целостность эффекта. Да? Оно должно усиливаться вот всеми вышеперечисленными художественными средствами. И вроде бы на этом можно остановиться и сразу написать шедевр. Ну или не сразу, а спустя какое-то время. Но потом, долго уже разбирая в процессе анализа свой же собственный шедевр,
он говорит, что все-таки этого недостаточно. Вот нужно еще кое-что, а именно два момента, чтобы произведение действительно звучало таким, как оно задумано, производило впечатление, имело бы целостность эффекта, могло быть прочитано за один присест. Это некая доля сложности, то, что он называет complexity. То есть оно не должно быть очень простым, да, оно должно вызывать игру воображения у читателя, чтобы он сам мог домысливать, что же все-таки происходит. А это невозможно без некой доли внушения, да, вот какого-то подводного, хотя и неопределенного течения смысла. Вот это самое загадочное из его рекомендаций, как добиться этого вот подводного течения смысла, не будучи великим поэтом, крайне сложно, да? Наверное, только долгими упражнениями можно к этому хоть как-то приблизиться. Ну вот теперь, зная эти критерии, да, 6 плюс 2, мы посмотрим сквозь призму этих руководящих принципов на то, что получилось у Базельского комитета. Может быть, получилось, кстати, не так уж и плохо, давайте сами в этом убедимся. А что же получилось в итоге? Те, кто был на 3-й Пермской зимней школе, как раз 3 года назад, может помнить наш разговор о том, что на тот момент представлял из себя тогда еще консультативный, далеко не последний и не финальный по замыслу и по исполнению документ, который воплощал в себе состояние фундаментального пересмотра торгового портфеля на тот момент времени. Эта работа была завершена в конце прошлого года с утверждением Базельским комитетом по банковскому надзору вот этого стандарта, который устанавливает, по сути дела, 3 радикально новых темы в регулировании рыночных рисков банков, конечно же. Это пересмотренная граница между торговым и банковским портфелем, которая теперь стала более такой вот защищенной от всякого рода регулятивного арбитража, искусно вырезанной. Теперь в ней появились конкретные перечни инструментов, которые банк обязан отнести к торговому портфелю, и перечень инструментов, которые банк должен включить только в банковский портфель, ограничив тем самым возможность переноса риска, да, из одного режима регулирования в другой. Это новый подход к оценке рыночного риска, который идет на смену нынешнему стандартизированному подходу. Я сейчас про него расскажу чуть поподробнее, чтобы вы имели представление о том, как все это в итоге получилось или не получилось. Пересмотренный подход на основе внутренних моделей. Он тоже претерпел существенную трансформацию, связанную в первую очередь со сменой меры риска. Вместо VAR эта мера теперь называется expected shortfall, да, ожидаемые потери, превышающие величину VAR. Ну и целый ряд других модификаций, которые сделали этот подход, на мой взгляд, более трудно реализуемым для банков, а как следствие его сложнее администрировать, сложнее осуществлять надзор за такими банками регулирующим органом. Этот документ заменяет собой, когда он вступит в силу, а когда он вступит в силу, кстати говоря, это будет 2019 год, то есть всего ничего, 2 с чем-то года до его вступления в силу осталось, на то, чтобы написать национальные правила, на то, чтобы их обсудить, принять, объяснить, как это все считать и подготовиться технически с той и с другой стороны. Это очень мало времени на самом деле, учитывая масштабы этих процессов. Так, чтобы первая отчетность поступила бы не позднее конца 2019 года. То есть вот такие сроки установлены в этом документе. Вообще говоря, это документ настолько радикально новый, что он с полным на то правом мог бы претендовать называться частью будущего пакета Базель 3.5. Но официально он является частью Базеля 3, хотя, на мой взгляд, это не совсем справедливо, потому что хотя бы горизонты его вступления в силу выходят за рамки того, что раньше определялось как Базель 3, а значит, это какая-то другая эпоха, идущая после Базеля 3, пусть даже носящая формально это имя. Ну и объем текста 92 страницы, запомним его. Это не 100 строк, уважаемые коллеги. Вот. Но и не 300 страниц, как иные документы Базельского комитета. Полный текст вы можете сами скачать и насладиться его чтением на досуге в спокойной обстановке, готовясь к тому, что будет в 2019 году. Давайте посмотрим кратенько. Да, ведь трудно сказать, шедевр или не шедевр, не проведя экспертизу.
С картинами это происходит, как правило, да, по определенному алгоритму. Нужно провести атрибуцию, посмотреть на то, насколько само полотно является современным автору предполагаемому, да, есть ли там какие-то автографы, может быть, иные признаки последующих поздних изменений, внесенных другими авторами. Ну, вот, надо также посмотреть внимательно и на новые подходы, что, собственно, ждет банки. А ждет их следующее. Мы начинаем со стандартизированного подхода, который в окончательном виде приобрел вот такие вот контуры, как вы видите на этом слайде. Ну, во-первых, этот подход будут использовать все банки. Для этого не нужно получать специальное разрешение по умолчанию. То есть это тот подход, который является базовым. К сожалению, в нем пока нет, хотя, может быть, появится, есть такие надежды у нас, упрощенная версия этого подхода, пригодная для, ну, таких вот стран, как Россия, и не только Россия. Об этом слезно просят Германия, Бразилия, целый ряд других стран Базельского комитета, где есть банки не крупные, не принимающие на себя больших рыночных рисков, но какие-то имеющие, да, при этом рыночные риски, которые не могут позволить себе инвестиции такого масштаба в сложный расчет этих показателей и хотели бы считать их, ну, может быть, немного усовершенствованным способом по сравнению с тем, что есть сейчас. Но это дело будущего, да, будущего, выходящего за рамки этого документа во всяком случае. Еще одно назначение этого подхода – служить порогом, нижним, причем порогом капитала для банков, которые все-таки будут использовать пересмотренный подход на основе внутренних моделей. Что это значит? Это значит, что банки будут обязаны считать рыночный риск с помощью обоих подходов и сравнивать их между собой, выбирая ту оценку, которая является более консервативной. В случае, если банк, вернее, его торговое подразделение лишается права использовать подход на основе внутренних моделей, например, из-за того, что модель не прошла очередную верификацию по историческим данным, и такое торговое подразделение вместе с его моделью возвращается принудительно на стандартизированный подход на определенное время. Так вот, это является точкой возврата, да, куда банк, ну, по крайней мере, одно или несколько его торговых подразделений, а в принципе, возможно, что и весь банк должен вернуться по решению надзорного органа. Это единственный подход, который оставили как применимый для сделок секьюритизации, в отличие от ныне действующих правил, где банкам еще разрешали что-то моделировать при расчете риска портфелей секьюритизированных активов, будь то простая секьюритизация или синтетическая с использованием кредитных производных. Решили от этого избавиться. Ну вот помните, на одной из школ года два назад мы говорили как раз в этих стенах с вами о наступающем ледниковом периоде в моделировании, по крайней мере, в применении его к целям расчета капитала. Вот как раз заморозки проявляются и здесь, и это только первый признак, который мы с вами увидим. Для того, чтобы считать рыночный риск по этому подходу, банку необходимо самостоятельно оценить чувствительность своих финансовых инструментов в торговом портфеле к факторам риска, которые заданы Базельским комитетом. То есть круг факторов риска очерчен, а вот чувствительности к ним нужно банку рассчитать самостоятельно. Он может это сделать сам, вручную, да, взяв и посчитав эту чувствительность по тому или иному подходу, который ему доступен. Может взять эти чувствительности, если это стандартный торгуемый инструмент, из информационных систем, например, Рейтер, Bloomberg. И в конечном счете использовать эти чувствительности для расчета трех основных составляющих риска: дельта, вега и то, что называется риск нелинейный, вот этот риск выпуклости, на самом деле гамма-риск, да, который известен еще и в нынешнем подходе для опционов, если вы помните, дельта-плюс метод, да, который предписывает рассчитывать капитал на покрытие риска опционов как сумму трех составляющих: риска линейного дельта, тоже линейного риска, но по другой переменной к изменению волатильности, и риска нелинейного, который определяет скорость изменения дельты в зависимости от изменения цены базисного актива. Все мыслимые позиции финансовые инструменты в торговом портфеле разбиваются на 5 классов риска, которые называются процентный, валютный, фондовый, товарный и кредитный. То есть нужно будет, мы еще сделаем с вами такое легкое упражнение на эту тему,
разложить свои позиции по этим пяти классам риска, рассчитав в каждом из этих классов чувствительность к соответствующей переменной, как я уже сказал. Посчитав это и агрегировав оценки определенным образом, мы получаем величину основного риска, к которой могут быть добавлены два других – риск дефолта и так называемый остаточный риск, который не поддается хорошему моделированию с помощью показателей чувствительности. Все это складывается, уважаемые коллеги, арифметическим путем, чтобы получить итоговую величину. Давайте немножко подробнее, да, вспомним, что такое дельта, гамма и вега риски. Ну, дельта риск – это изменение цены позиции к изменению стоимости базисного актива на небольшую величину. Либо 1%, либо 1 базисный пункт, смотря что это за позиция. Обычно эти показатели являются стандартными для стандартных инструментов. Их можно найти в торговых системах или информационных системах, которые дают информацию с рынков. Вега-риск – это чувствительность цены к изменению волатильности базисного актива. Тоже линейная характеристика, но по другой переменной. Как я уже говорил, они складываются арифметическим путем, чтобы получить совокупную величину линейного риска. Риск нелинейный. Понятно, что он присущ тем инструментам, которые имеют характеристики, подобные опциону, да, где сама дельта может меняться в зависимости от того, куда идет цена базисного актива. Ну, собственно, это не новость. Гамма-риск был и в нынешнем подходе, и остается. Здесь предложен другой алгоритм его расчета. Не в явном виде, как коэффициент гамма, да, то есть эластичности дельты по фактору риска, а как необъясненная дельта изменения цены при полной переоценке опциона по двум сценариям – роста и падения, соответственно, величины базисного актива. Вот такой алгоритм, ну, он сам по себе правильный, да, хотя и требует определенных вычислительных мощностей от банков, если это большие портфели, проводить такого рода бинарную переоценку с двумя сценариями с расчетом вот этого нелинейного риска будет, наверное, не очень легко, но это технически вполне решаемая задача. Как я уже сказал, после агрегирования, о котором я сейчас еще скажу, этот риск плюсуется к дельта и вега рискам, образуя вот эту вот триаду, три компонента риска для позиций, имеющих опциональную природу. Ну а теперь немножко перед тем, как показать вам какие-то, да, картинки, просто еще раз алгоритм, как он выглядит, чтобы вы его в абстрактном виде тоже себе представляли. Каждый из пяти классов риска, напомню вам, это те, которые были на одном из предыдущих слайдов, процентный, валютный, фондовый, товарный и кредитный, раскладывается на определенные корзины, они также описаны в этом документе. И в каждой корзине складываются инструменты, имеющие в целом сходные характеристики. Ну, например, если это акции, это могут быть акции, относящиеся к одному географическому рынку, одной отрасли, одной капитализации. Вот выбор здесь есть, определенная возможность выбора у банка есть. Каждой корзине приписан свой собственный коэффициент риска, он рассчитан, он известен, да, это стандартная величина, которая равна приблизительно величине expected shortfall, вот этого показателя, да, средних ожидаемых потерь, превосходящих величину VAR, с уровнем доверия 97,5% на определенном горизонте ликвидности. А горизонты ликвидности определены Базельским комитетом в явном виде для каждого из факторов риска, которые попадают в ту или иную корзину. Некоторые из них я вам еще покажу на последующих слайдах. Затем вот эти посчитанные на предыдущем этапе, да, о котором мы только что говорили, чувствительности позиции к изменению дельты, ну, дельты, да, чувствительной позиции, вега и нелинейного риска, раскладываются по этим корзинкам и взвешиваются на факторы риска. При этом в каждой корзине рассчитывается чистая позиция. В принципе, то же самое, что делается и сейчас. Затем происходит два раунда агрегирования рисков внутри корзин и между корзинами в рамках одного и того же класса риска с учетом корреляции, которую Базельский комитет рассчитал сам, ну, исходя из консервативных предположений, установил
и предписывает использовать именно их. Обращу ваше внимание на то, что между классами риска диверсификация не признается. То есть, например, между облигациями и акциями признается полная положительная корреляция. Они складываются между собой арифметическим путем. Но это обеспечивает некий консерватизм метода, да, который, по идее, должен быть проще, чем подход на основе внутренних моделей, но за счет большего консерватизма в том числе. И затем происходит агрегирование вот этих вот трех основных параметров риска, да, о которых мы говорили, внутри каждой корзины и каждого класса риска, с добавлением к ним величин риска дефолта и остаточного риска, которые рассчитываются для тех позиций, которые подвержены этим двум видам риска. Ну а теперь немножко визуализации, чтобы у вас как-то это тоже в памяти отложилось, не только в виде текста. Ну, если взять в качестве примера акции, да, как наиболее простой класс, там есть определенные корзинки, вот те, например, которые я уже называл, скажем, все акции, находящиеся в конкретном географическом регионе торгуемые, да, в данной стране, или все акции компаний, имеющих среднюю капитализацию, или какой-то еще, может быть, признак их объединяющий. Дальше вы, разложив, да, соответствующие позиции, оценив их дельты, то есть их линейную чувствительность к изменению фактора риска, рассчитывайте чистые вот эти вот дельта позиции, то есть фактически, да, линейную компоненту риска в каждой из этих корзин. Взвешивайте ее на коэффициенты риска, заданные Базельским комитетом, а затем в каждой из этих корзин происходит агрегирование с использованием набора значений коэффициентов корреляции, который также установлен в этом документе. Второй раунд агрегирования происходит уже между корзинами, но внутри одного и того же класса риска. На выходе мы получаем агрегированную, то есть свернутую с учетом корреляции и взвешенную по риску, еще при этом чистую, да, с учетом знаков позиции плюс и минус рассчитанную, величину дельта риска для акций. Ну, как правило, у акций нет нелинейного риска, если мы говорим строго про акции, да, и не берем в рассмотрение опционы. Поэтому для акций, в общем-то, на этом расчет можно считать завершенным. Если появляются производные инструменты на акции или на иные инструменты, которые в конечном счете имеют базисным активом акции, там, конечно, немножко посложнее это будет выглядеть. Что происходит дальше? А дальше происходит следующий этап агрегирования, который уже, правда, не предполагает использование корреляции, а просто арифметическое суммирование. Почему? Потому что Базельский комитет осмысленно, осознанно решил не допускать возможности уменьшения капитала на возможные эффекты диверсификации риска, возникающие, например, между дельта и вега-позицией одного и того же инструмента. Да? Но считается, что вега дельту никак не хеджирует. Ну, так же, как и гамма, собственно, вегу. И они просто рассчитываются отдельно, складываются между собой арифметическим путем, образуя совокупную величину риска, покрываемую капиталом для целого класса активов, называемых акциями. Такой же алгоритм происходит для всех пяти классов риска, да, которых я уже упомянул. Фондовый, процентный, валютный, товарный и кредитный. Что касается кредитного риска, пару слов об этом скажу, как происходит расчет. Ну, вы понимаете, что кредитный риск, он везде одинаков, да, по большому счету это риск дефолта, в данном случае моделируется именно он, и отдельно моделируется, имеется в виду, от всего остального. Ну, а дефолт оценивается по стандартной методологии, как произведение рыночной стоимости позиции на единица минус уровень безвозвратных потерь при дефолте. То есть, по сути дела, это та же грубая, ну, как еще более грубая, да, методология, которая используется в Базеле 2 в IRB подходе для расчета ожидаемых и непредвиденных потерь. Соответственно, инструменты, которые могут быть подвержены риску дефолта, их всего два вида, это облигации и акции. Как ни странно, для акций тоже считается риск дефолта, хотя вы прекрасно понимаете, что дефолт по акции, если мы в этих терминах начинаем говорить, он имеет совершенно другую природу, чем дефолт по облигации. Моделировать его нужно по-другому, вообще говоря, вот, а не на основе одного и того же подхода. Но можно задать какую-то грубую дифференциацию между этими двумя дефолтами, введя разные значения
различные коэффициентов потерь при дефолте, параметра LGD. Отдельные коэффициенты используются для расчета рисков секьюритизации. Напомню еще раз, что вся секьюритизация в рамках новых правил попадает только в стандартизированный подход. Моделировать для расчета капитала эти риски уже будет невозможно с 2019 года. Ну и теперь рассчитывается чистая позиция, да, как разница между суммой положительных, суммой отрицательных позиций. Еще дополнительно умножается на величину, которая меньше единицы, даже еще меньше 1/2, для того, чтобы ограничить эффекты хеджирования. Да, потому что считается, что кредитные риски с трудом друг друга диверсифицируют в силу того, что они очень разные по своей природе. Скажем, да, там, два инструмента типа CDS на две разных компании, насколько они в принципе, могут диверсифицировать риск. Но какую-то поправку на возможное хеджирование все-таки ввели в этот подход, хотя споры были долгие и непростые. Нужно ли это вообще делать? Что такое остаточный риск? Ну, это то, что осталось, да, после вот этого пиршества, состоящего из аж 4 блюд, дельта, гамма, веги, и дефолта. Остатки рассчитываются для тех позиций, которые трудно оценить путем их вот этой вот линейной аппроксимации с использованием коэффициентов типа дельта и вега. То есть это, проще говоря, те инструменты, где существуют либо множественные факторы риска, которые плохо раскладываются в эти 5 классов, да, названных мною ранее, либо где есть какие-то специфические риски, вот, присущие, например, ипотечным облигациям, риск досрочного погашения по пулу кредитов. Да, это тоже риск, который нужно учитывать. Как правило, он моделируется. Но это другой риск, его нужно оценивать отдельно для таких инструментов. Опционы на спред, да, там, где у нас две акции, и разница или отношение между ними является базисным активом. Ну и вот такого рода инструменты, экзотические, как правило, да, за исключением ипотечных облигаций, которые повсеместно распространены, будут попадать в эту последнюю корзинку, и по ним будет считаться этот риск самим банком. Как я сейчас, наверное, скажу. Да, вот здесь написано. После долгих споров, буквально на завершающем этапе разработки и принятия документов, все-таки решили установить вот такие коэффициенты, потому что не было никаких иных оснований, как их можно откалибровать для совершенно разных позиций, разных инструментов и разных по своей природе рисков. Для позиций с экзотическим базисным активом 1% от условной стоимости и 0,1% для инструментов, ну, у которых может не быть экзотического базисного актива, но есть какие-то иные риски. Да? Вот, например, экзотический базисный актив – это опцион на спред, а неэкзотический базисный актив – это облигация ипотечная. Ну вот, соответственно, разные коэффициенты для них должны применяться при расчете в этой корзинке. Ну а теперь немножко примеров. Я надеюсь, что вы окажете мне в этом смысле помощь, да, как нужно разложить по корзинкам, вернее даже сказать по классам риска. Корзинки – это уже тонкости. Главное начать правильно декомпозицию по основным факторам риска. Мы рассмотрим небольшой портфельчик, состоящий всего из 4 нехитрых таких инструментов. Да. Облигация, выраженная в иностранной валюте, валютный своп, опцион на какую-то иностранную акцию, то есть не в нашей валюте торгуемую, ну и жилищную ипотечную облигацию. В принципе, все эти инструменты у нас тоже можно встретить в наших банковских портфелях. Может быть, не все вместе, но по отдельности это точно. Давайте начнем с верхней строчки. Какому риску, каким риском, надо точнее сказать, будет подвержена валютная облигация? Кто первым скажет? Кредит спред – это кредитный риск, линейная чувствительность к фактору кредитного риска. То есть здесь дефолт, ну, а там нет дефолта, но есть влияние вот этого самого спреда. Да? Ну, у облигации будет процентный риск по определению? Наверное, да. Значит, мы должны рассчитать дельту, да, для нее соответствующим образом. Будет риск спреда в облигации? Ну, очевидно, должен быть. Значит, свою дельту считаем в этом классе. Да? Будет риск дефолта у такой облигации?
Не дошли еще до риска дефолта. Валютный риск. Ну, очевидно, раз облигации в инвалюте, да, везде, где есть чужая валюта, появляется валютный риск здесь без каких-либо сомнений. Ну и риск, что такое? Риск дефолта тоже присутствует, да, очевидно. Вот нужно рассчитать фактически 4 составляющие по этой облигации для того, чтобы оценить ее рыночный риск. Ну, теперь давайте уже без подсказки. Я надеюсь, что я от вас ее услышу. Валютный своп. Какому будет подвержен набору факторов риска? Ну, валютный, очевидно, да, иначе процентный. Что-то еще будет? Две дельты, да, совершенно верно, валютные и процентные риски. Ну, потому что обмен валютами предполагает его попадание в... Нет, ну пока этого не произошло, валютный риск есть, да, пока не произошла обратная поставка, вы явно имеете открытую позицию. Ну, скажем так, здесь дефолт имеется в виду не контрагента по сделке, а дефолт по базисному активу. Базисный актив – это, например, процентная ставка в валюте, значит, по ней дефолта вроде бы как нет. Хорошо, теперь опцион на чужую акцию, на акцию, выраженную в иностранной валюте. Какому может быть подвержен риску? Ну, очевидно, валютному, да, уже трижды прозвучавшему. Еще? Но если акция появляется, то какой риск должен обязательно возникнуть? Да, совершенно верно. Это будет риск фондовый, риск, ну, причем он будет в трех, да, проявлениях, потому что это опцион, значит, дельта одной недостаточно, нужно рассчитать еще вегу и гамму. Это будет полная раскладка. По валюте будет дельта? Причем равна она будет чему? Единица. Потому что цена акций, да, это сам по себе процесс, а валютная переоценка – это процесс, накладывающийся на него. Но, тем не менее, посчитать-то ее нужно, да, для полноты. Хорошо. Что-то еще здесь будет? Наверное, нет. Нет, ну, дефолт… Почему дефолт? Потому что акции, да, акция, как мы вроде бы убедили себя, может подвержена быть риску дефолта. Хотя я, например, до сих пор в этом как-то вот чувствую не очень себя уверенно. Уж слишком разный дефолт у них наступает. Хотя можно назвать все одним словом при большом желании. Ну и последнее – это облигация ипотечная. Таких у нас тоже не… Общий процентный риск… Ну, по идее, да, если возникает, там же есть ставка, да, своя, поэтому, значит, должен тоже быть, и по этой величине тоже нужно посчитать. Если мы считаем ее фактором риска, да, не фиксируем, то да, конечно. Ну и последний пример, это вот ипотечная облигация. То есть, в принципе, облигация, но с определенным базисным активом, таким непростым. Какой риск здесь может присутствовать? Ну, понятное дело, да, облигация подвержена процентному риску. Еще по спреду, совершенно верно. Еще. Нет, нет, она обычная, рублевая. Ну, или там какая, долларовая, не знаю. Дефолт будет, да, конечно. Ну, и то, что называют остаточным риском, потому что риск досрочного погашения существенно влияет на привлекательность этих бумаг. Вот такого рода упражнения нужно проделать банку по своему торговому портфелю и дальше пройти второй круг разложения этих позиций уже по корзинкам, да, которые объединяют более или менее однородные факторы риска. Но, в общем-то, ничего радикально нового, да, если мы говорим уж о создании каких-то шедевров, здесь нет. Может вызывать какие-то дискуссии конкретные инструменты, да, как их разложить, более правильно или менее правильно. Но сам алгоритм известен очень давно и применяется банками, имеющими рыночные риски во внутренних целях уже лет, наверное, 30, если не больше. Так, теперь немножко про подход на основе внутренних моделей. Почему немножко? Потому что он
по своему названию, по своей природе относительно компактно описан. Он дает возможность оценивать рыночный риск самому банку, но с определенными условиями, количественными и качественными. Мы их разбирали более подробно 3 года назад на той зимней школе. И должен сказать, что не так уж много изменилось с тех пор именно в части вот этого подхода. Стандартизированный подход претерпел кардинальные трансформации, и его предшественник напоминает только название. Здесь же во многом сохранилось то, о чем мы говорили в тот раз. В первую очередь это смена меры риска с суммы, грубо говоря, суммы величины VAR и стрессового VAR на показатель expected shortfall, который как бы заменяет их вместе, да? То есть объединяет их в одну интегральную меру риска, показывающую убытки в случае превышения прогноза потерь в виде показателя VAR. Тема спорная, да? Мы уже и этой темы касались не раз, наверное, на школе. Стоит ли использовать этот показатель для цели именно достаточности капитала в той же модели стимулов и антистимулов, которая содержалась еще в исходном документе Базель-1.5, да? Насколько этот показатель удобен для управления именно риском, внутреннего управления по сравнению с VAR. Тема дискуссионная, сложная, но решение было принято. Да? Больше консерватизм требует переход на более консервативную меру риска при всех ее издержках. Этот показатель должен быть рассчитан банком на данных за стрессовый или кризисный период для того, чтобы, ну, с одной стороны, упростить эти расчеты, да, сделать их более стандартизированными, с другой стороны, снизить зависимость от фазы цикла. То есть, калибруя модель по консервативному сценарию, по нижней, да, будем говорить, точке, мы заведомо будем готовы к лучшим временам, хотя это из серии вот рекомендаций уже выезжать летом в санях, да, потому что может наступить внезапно снег, лед, и мы должны быть к этому тоже готовы. Но тем не менее. Также на смену единому горизонту ликвидности в 10 дней, вы помните, да, что это такое? Это та величина, на корень квадратный, из которой умножается оценка рыночного риска, посчитанного на один день, для того, чтобы перейти от величины риска к требованиям к капиталу. Теперь для каждого, ну, по большому счету, класса риска предусмотрен свой собственный временной горизонт. Некоторые из них я сейчас вам еще покажу. Вводятся определенные ограничения на признание эффектов диверсификации внутри портфеля. То есть посчитать так же красиво, да, как это делалось в случае VAR по всему портфелю с учетом всех эффектов диверсификации риска внутри, уже, к сожалению, не получится. Ну, к сожалению, для банков, да, к спокойствию регуляторов, они будут вынуждены этот процесс разбивать на несколько этапов. Сейчас я вам их еще покажу на схеме. Далее самое вкусное и интересное – это оценка качества моделей, точности, надежности, как хотите их называйте. Вместо одного теста, который есть сейчас и был еще 20 лет назад, а именно верификация по историческим данным, бэктестинг так называемый, вводится еще один тест, который называется декомпозиция финансового результата по факторам риска. То есть нужно доказать, что эта модель, с помощью которой банк считает показатель expected shortfall, объясняет солидную долю финансового результата. Да? То есть, грубо говоря, UR квадрат достаточно мощный, чтобы использовать в этих целях. Если хотя бы один из этих тестов не проходится с нужной периодичностью или точностью, то такая модель дисквалифицируется, и банк переводится на использование стандартизированного подхода. Прошу прощения, не банк, а торговое подразделение, которое применяет его на время, пока не будет устранен соответствующий недостаток, и тесты будут пройдены с удовлетворительным результатом. Вводится отдельное требование к капиталу для покрытия риска так называемых немоделируемых факторов риска, а именно инструментов, по которым не хватает достаточно глубокой и непрерывной ценовой истории. То есть они могут торговаться, но редко, нерегулярно, и моделировать такого рода ряды данных считается плохим вкусом. Да? Для них рассчитывается с помощью стресс-тестирования, то есть сценарным путем требования к капиталу. Ну, соответственно, то, что есть сейчас в Базеле 2.5 в виде дополнительного
требование к капиталу на покрытие риска дефолта заменяется на более консервативную оценку риска дефолта, посчитанную примерно так, как я сказал на предыдущем слайде в отношении стандартизированного подхода. Еще раз напомню, что секьюритизация выброшена из моделирования. Да? Теперь только с помощью стандартизированного подхода можно считать риск такого рода инструментов. Ну и напоминаю вам, те, кто был 3 года назад, могут помнить эту схему. В принципе, она осталась той же самой, с некоторыми небольшими модификациями. Банк на первом этапе этого алгоритма должен оценить на уровне банка, на уровне всего торгового портфеля, всех своих торговых подразделений, насколько он способен считать в совокупности по торговому портфелю правильный риск. Если тест соответствующий проходится, он идет на следующий этап. Да? Если тест не пройден, банк обязан считать рыночный риск по стандартизированному подходу. Дальше начинаются уже более интересные этапы. Это разбивка банка по торговым подразделениям. И он должен определить, какие из этих торговых подразделений будут являться будущими объектами применения данного подхода. Все остальные, соответственно, считают рыночный риск с помощью стандартизированного подхода. Дальше он оценивает качество моделей тех подразделений, для которых он сам принял такое решение переводить их на подход на основе внутренних моделей. 2 теста, я уже о них говорил. Это оценка качества прогноза VAR и декомпозиция финансового результата по факторам риска. В том случае, если эти тесты проходятся успешно, рассчитывается по всему торговому портфелю, ну, с учетом всех изъятий из него уже ранее сделанных, величина потерь в виде показателя expected shortfall. К ней добавляется арифметически величина потерь в случае наступления риска дефолта. И отдельно покрывается капиталом все инструменты, по которым не хватает достаточно надежной, непрерывной и глубокой ценовой истории. То, что называют немоделируемыми факторами риска. Вообще вот этот вот квадратик был задуман Базельским комитетом как стимул для того, чтобы банки улучшали свои модели и по возможности включали в них все, что можно разумно моделировать. Потому что чем больше будет здесь данных, Раз. Спасибо большое. Итак, мы потихонечку движемся к финалу, поэтому немножко еще терпения на десерт. Да, самое вкусное я оставил, как обычно, на десерт, в конец. Так вот, понятно, что у больших банков со сложными портфелями всегда что-то будет здесь. Да? И чем хуже рынок, чем он менее ликвиден, тем больше будет вот этот вот довесок к моделируемым факторам риска. Но Базельский комитет хотел бы, чтобы этот довесок не был бы очень большим. Иначе рассасываются стимулы к моделированию. Да? И банк будет считать свой риск консервативнее, чем если бы он применял стандартизированный подход с самого начала. Так, ну а теперь немножко закулисной кухни, да, того, что, как правило, нигде не обсуждается в таком явном виде, а мы видим лишь конечный результат этой работы, который иногда публикуется. Как вы знаете, перед принятием этого документа Базельский комитет провел ряд количественных исследований, направленных на оценку влияния нового подхода на величину рыночного риска, ну и капитала на его покрытие. Таких исследований на моей памяти было 4. Из них первые 2 можно откинуть сразу, потому что они были проведены давно по промежуточным версиям подходов и на основе так называемых гипотетических портфелей, не отражавших реальные портфели, которые были у банков. Более или менее полноценных исследований было проведено 2, и оба в прошлом году. Соответственно, за первое полугодие были посчитаны величины риска по состоянию на 1 января прошлого года и на 1 июля. Эти вычисления были сделаны. Так вот, что мы увидели тогда в качестве результатов? Конечно, очень большой рост величин рыночного риска и капитала. Причем такой, что он неприятно удивил даже бывалых людей, которые ожидали, ну, все-таки какой-то более плавный, да, переход на новые правила. Вот видно, например, что
стандартизированный подход при его пересмотре стал давать на 50% больше требований к капиталу, чем ныне действующий, который основан на Базеле 2.5. А подход на основе внутренних моделей, помните, мы его на самой первой школе, кто был тогда, обсуждали, да, который ультраконсервативный, как минимум равен 6-кратной величине ВАР по торговому портфелю. Так вот, этого, оказывается, было мало, потому что новые правила требуют еще большего покрытия капиталом такого рода позиции. Конечно, такого рода данные не могли вселять большой оптимизм ни у банков, хотя они получили их в несколько упрощенном, агрегированном виде, ни у нас, да, как у разработчиков этого регулирования. Нужно было предпринимать какие-то действия, чтобы сделать все-таки переход на новые правила расчета риска более экономически посильным. Ну вот видите, да, итоговый прирост требований к капиталу с учетом всех методов составлял, есть лазер, да? Составлял 18%. То есть это большой прирост. Единственное, что скрашивало эту невеселую картину, это то, что совокупный объем рыночного риска в совокупном риске банков по оценке Базельского комитета на этот момент составлял примерно 4 с копейками процентов. Что дало основание называть рыночный риск после этого риском второго порядка. То есть те из вас, кто планирует делать выбор между специализациями в разных рисках, да, вы можете обратить ваше внимание на риски первого порядка, такие как кредитный и, как ни странно, операционный. А вот рыночный риск, как ни странно, оказался в тени, поэтому его решили докручивать и дальше. Что получилось после второй попытки оценить количественное влияние по слегка скорректированным требованиям. В нем участвовало гораздо больше банков. Кстати, один российский тоже принимал участие и там, но только по одному подходу. То есть он не считал по обоим методам, он только по стандартизированному подходу рассчитывал. То есть 3 копейки в России тоже здесь где-то вот есть в этих цифрах. Результаты получились получше, да, во многом потому, что выборка стала больше. Ну, как говорится, репрезентативный результат, можно делать уже какие-то более смелые прогнозы. Но все равно прирост требований, да, к капиталу составил 27% при переходе на новые правила. Это, конечно, ну, как бы сказать, не совсем то, что было поставлено как изначальной сверхзадачей при начале процесса фундаментального пересмотра торгового портфеля. Видно, что особенно стандартизированный подход вел к таким вот, да, резкому скачку требований к капиталу, не только росту сложности, ну вы уже сами оценили примерно алгоритм, да, он гораздо более сложный с точки зрения вычислений, чем нынешние правила, но еще и к более высокому уровню капитала. Если мы добавляем сюда еще требования за риск дефолта, то, чего не было сделано в первом исследовании, мы получаем цифры вот такого порядка. То есть разрыв между новым стандартизированным подходом по отношению к подходу на основе внутренних моделей оказывается почти троекратный. Да? Это хороший консерватизм, но, может быть, даже слишком хороший, чтобы быть правдой. Так вот, самое вкусное это я оставил на занавес. Уже в конце прошлого года, когда нужно было выпускать итоговый документ и принимать окончательные решения по всем оставшимся вопросам, внезапно возник вопрос, а все-таки как же должен соотноситься между собой стандартизированный подход и подход на основе внутренних моделей. По большому счету, это главный вопрос, который нужно было задать себе в самом начале этого процесса, исходя из ответа на него, строить всю эту работу. Но телега впереди лошади оказывается не только в России, но и во многих других случаях. Так вот, решили, что на этих цифрах можно, наверное, остановиться как на целевых. Допустимо 20% увеличение покрытия капиталом рыночного риска при использовании подхода на основе внутренних моделей. То есть к тому, что мы уже вспоминали, да, 6-кратный ВАР, это минимальная оценка снизу, еще 20% к этому в среднем можно добавить для счастья банков, выбравших этот подход. Ну и, соответственно, разрыв между стандартизированным и подходом на основе внутренних моделей 2:1. Цифра 20%, она эмпирическая, она получилась как результат обработки данных количественного исследования. Да? То есть она вряд ли могла быть обоснована иным путем. Отношение 2:1 – это напоминает рецептуру какого-то коктейля. Да?
На первой школе нам предлагали коктейль «Тройной вар». Я помню, на риск-вечеринке. Ну вот что-то на подобное здесь явно прослеживается. Вопросы, которые возникают при внимательном рассмотрении этих цифр, они многочисленные и, к сожалению, неутешительные. Ну, первый вопрос, почему эти соотношения устанавливаются только сейчас, под самый занавес, когда практически все уже откалибровано, рассчитано, написано, а главный вопрос остался нерешенным и, главное, необсужденным должным образом. Потому что от ответа на него зависит очень многое. Да? Зависит, как будет соотноситься, вообще говоря, стимулы к использованию того или иного подхода. Чем больше разрыв, тем меньше, да, стимулов оставаться на стандартизированном подходе, будет больше желания банков применять подход на основе внутренних моделей. Но в то же время стандартизированный подход должен быть более консервативным. Это понятно. Насколько это более консервативным? В 3 раза или на 20%? Да? Эти вот принципиальные политические решения, если их относить к какой-то категории, то это, наверное, в большей степени политика, чем математика, финансы или что-то еще, или даже искусство, потому что искусства в них тоже немного. Вот. Но некие решения, которые определяют дальнейшую судьбу этого регулирования. Как объяснить эти соотношения, тоже история умалчивает. Какой из двух подходов нужно рассматривать как базу, да, для сравнения? Что мы считаем эталоном, по отношению к которому строим какую-то пропорцию? Если мы считаем эталоном подход на основе внутренних моделей, то это сделать очень трудно, потому что в банках разные внутренние модели, да, и разные портфели. Трудно надеяться на какую-то стабильность этих расчетов и возможность использования этих оценок как базы. Если мы берем как базу стандартизированный подход, то сразу загоняем себя в другую ловушку, что мы берем в качестве эталона заведомо завышенную консервативную оценку, пытаясь искусственно подогнать под нее расчеты, полученные на основе внутренних моделей. Но это совершенно иная логика, да? И та логика плохая, и эта логика плохая. Но она вытекает из вот такой постановки самого вопроса. Ну и главный вопрос. Хорошо, как только мы пытаемся перекалибровать, есть такое любимое слово в арсенале аналитика, да, и риск-менеджер, перекалибровать модель. А как это вообще скажется на привлекательности подходов, вот, в сравнении их друг с другом? Есть ли какая-то в этом случае опасность искажения тех параметров, которые в них были заложены? Вот показываю вам результаты первой перекалибровки, которую произвели осенью прошлого года, для того, чтобы попытаться все-таки вот на эти целевые соотношения, которые я здесь написал, да, наверху этого слайда, выйти. Опять же, не проводя дополнительно нового количественного исследования, пытаясь сделать это на базе уже имеющихся цифр. Ну вот такие результаты получились. Видите, соотношение, оно стало лучше. 1,6, то есть новый стандартизированный подход примерно в 1,6 раза консервативнее, чем подход на основе внутренних моделей. Это лучше, чем в 3 раза, да, но все равно достаточно много при этом. И объяснить эту цифру не очень легко. Это вот сравнение с тем, что было просто посчитано без всяких перекалибровок, чтобы вы могли сравнить эти цифры. Какие были сделаны, собственно говоря, подкрутки? Да? Ведь искусство, оно в чем состоит? Не только спроектировать аппарат, но и подкрутить его так, чтобы он работал ровно так, как необходимо. Вот эта подкрутка, в частности, совершилась в отношении 3 временных горизонтов ликвидности. Давайте посмотрим, насладимся этим процессом. Если в течение 5 лет рабочая группа, изучая рынки, ликвидность, пришла к выводу, что вот такие горизонты нужно использовать для того, чтобы хоть как-то, да, учитывать эффекты снижения ликвидности рынка, то после перекалибровки эти коэффициенты превращаются где-то в 1,5, где-то в 2 раза меньшие значения. Ну, это к вопросу о научности, да? Научности производимого таким образом продукта. Есть ли она? Может быть, она и есть, но найти ее нелегко. Какие основные классы рисков попадают вот в эти временные горизонты, которые оказались затронутыми, то есть по которым оценка риска искажается? Да? Причем искажается в какую сторону? Занижение или завышение?
Но если мы сокращаем, ну, грубо говоря, берите квадратный корень из временного горизонта, умножайте на оценку риска. Если вы сокращаете величину под корнем, что получается при прочих равных условиях? Уменьшение, значит, вы занижаете риск по целому ряду таких, как суверенные облигации с высокой доходностью, корпоративные облигации хорошего качества, да, инвестиционного, некоторые сделки валютные, основанные на стратегиях волатильности. В модернизированном подходе на основе внутренних моделей искажается оценка риска акций, по которым считается риск дефолта. Ну и вот в этих двух горизонтах, самых дальних, мы тоже видим, что они не пустые. Да? Несколько категорий инструментов будут уже оцениваться не так, как они должны были, исходя из совокупности разумных и здравых предположений. Это вот из... Работает, да? Отлично. Ну, остался десерт. Что еще поправили? А вот интересно, решили помимо пересмотра некоторых временных горизонтов поменять множитель, на который умножается оценка рыночного риска в виде показателя expected shortfall, его повышают. Помните, мы долго обсуждали на первой школе, откуда взялся множитель 3, в чем его глубокий смысл. Я даже не думал, что... Его смысл может быть совершенно иным, чем те 6 или 7 версий, которые мы перебрали тогда на той уже давней далекой школе. Вот, пожалуйста, смысл. Да? Это просто побочный продукт перекалибровки, исходя из высоких математических или политических соображений. Объяснить эту цифру по-другому будет очень трудно. Просто подгонка, да? Подгонка под заранее известный результат. Хорошо, когда заранее известный результат является еще при этом правильным. Да? Когда он неизвестно какой... Это сделать гораздо сложнее. Итак, к чему пришли в результате двух раундов перекалибровки, уважаемые коллеги? Вот к такому соотношению. Допустимое в среднем увеличение требований к капиталу при переходе на новый подход на основе внутренних моделей 30%, примерно треть. И соотношение между модельным подходом, прошу прощения, стандартизированным и модельным подходом примерно как 1.5 к 1, да? 3 к 2. Ну, это соотношение еще хоть как-то, да, можно объяснить желанием сохранить стимулы для банков использовать внутренние модели. Если это соотношение становится совсем маленьким, они все будут считать по стандартизированному подходу. Если будет очень большим, все будут изобретать модели, да, и заваливать надзорный орган просьбами одобрить их. Но вот этот вот разрыв, он, конечно, печален, да, потому что помимо нынешних очень высоких требований к капиталу, мы приходим... Ну, к какому-то уже совсем дальнему краю, вроде бы отличному от того, с чего мы начинали этот пересмотр. Теперь давайте подведем итог. Все-таки в терминах этих 6 или 6 плюс 2 критериев оценим проделанную работу. Да, тянет ли она на шедевр, ну, по крайней мере, поэтического творчества в понимании классиков американской литературы. Напомню вам эти критерии. Да, это объем, это эффект, впечатление от прочтения, насколько наша душа возвышается, глядя на эти расчеты и цифры, и обоснование того, что получилось. Печальный тон, да, от прочтения этого произведения. Есть ли там некая загадочная смерть прекрасной женщины? Сейчас мы в этом убедимся. Чувство идентичности, да, есть ли повторы в нем какой-либо навязчивой мысли, которую хочется от нее избежать, она там повторяется все время. Есть ли какая-либо оригинальность, да, то есть отсутствие импульсов или интуиции? Ну, я думаю, что после двух раундов перекалибровки ответ на этот вопрос у вас уже есть готовый. Есть ли цельность эффекта, да, вот от прочтения всего этого, ощущение того, что это все есть некий замысел высшего разума, который был реализован в этом документе. Какая-то доля сложности. Я надеюсь, что вы тоже ее ощутили. Эту долю, да, хотя бы в первом приближении. Ну и подводное течение смысла, которого мы не знаем, трудно уловить, но оно очень сильно чувствуется, да, потому что уносит нас прямо сразу же в момент прочтения этого документа. Ну а теперь расставим просто галочки, как говорится, и придем к объективному, непредвзятому итогу. Объем.
не тянет, да, на шедевр 92 страницы много, за один присест не осилить, если только две ночи не вставать, да, с кресла, но оно того, может быть, и не стоит. Является ли этот документ универсальным для восприятия, то есть для прочтения всеми, кто хочет как-то приобщиться к нему и понять одно и то же, да, ощутить вот этот прилив эстетических чувств. Я, когда читаю его, испытываю прилив одних чувств. Да? Когда его читает непосвященный человек, он может испытать совершенно другой прилив чувств. Что касается тональности, есть ли вот эта меланхолия в нем? Да? Грусть. Ну, банкиры грустят давно, они уже смирились. Это их повседневное настроение, что ничего хорошего ждать не нужно. Но все-таки должна быть какая-то вот пикантность, да, какая-то идея такого меланхолического характера. И она, безусловно, есть. То есть чья-то смерть в этом документе зафиксирована. Безусловно, да, уважаемые коллеги, и эта смерть, это вар. Стоимость под риском. Когда я пришел только в сферу риск-менеджмента и получил первый номер журнала Risk Professional, в нем была вот такая статья, которая меня тогда сильно озадачила. Ну как же так? Я пришел в новую для себя дисциплину, а попал на похороны, да, прямо сразу. Вот с этим джентльменом, который закапывает вар, только-только вступающий в силу, буквально вот в те годы, когда это было. Ну, безусловно, да, наверное, можно признать это уже поминками. Хотя, возвращаясь мысленно к одному из предыдущих слайдов, вы помните, на каком показателе основана оценка качества модели Expected Shortfall? Что является базой для верификации? Сам Expected Shortfall или что-то другое? Кто помнит? То есть напрямую ли тестируется модель Expected Shortfall по результатам, показанным ей за определенный период времени в прошлом? Или все-таки оценивается другая мера риска? Ну, я не буду отлистывать, вы можете сами вспомнить или потом в перерыве посмотреть. Это показатель VAR. То есть даже из могилы он еще свою руку, да, протягивает, потому что бэктестинг построен на той самой старой методике 96-го года оценки качества прогнозного модели VAR. Ну, чтобы прикопать окончательно эту величину, решено было в начале этого года разработать методику прямого статистического тестирования показателя Expected Shortfall. Модель уже предложена, ее сделал Баффин, сейчас мы ее обсуждаем, и вполне возможно, что она будет признана, ну, через какое-то время как нормативной. Да, вместо вот этого останется просто холмик с надписью. Так, идем дальше по критериям. Есть ли какая-то либо повторяемость мысли в этом документе? Не знаю. Это зависит от музыкального слуха, да, каждого читающего. На мой взгляд, там было столько мыслей, которые в разный момент времени возникали, уходили, что в этой какофонии какую-либо гармонию расслышать крайне трудно. Насчет интуитивности, да, и импульсивности этого творения, наверное, можно было дать другую оценку, если бы не две последних перекалибровки, да, которые полностью практически поменяли систему стимулов к применению. Единство эффекта. Если оно, трудно сказать, если считать, что мы применяем одну и ту же меру риска в оценках и по стандартизированному подходу, и по подходу на основе внутренних моделей, наверное, да. Но она не всегда чувствуется, да, потому что разрыв между ними, вы видели сами, какой огромный. Если это одна и та же мера риска, почему такой огромный разрыв? Какая-то доля сложности присутствует, еще какая, да? Весьма немалая. Ну и подводное течение смысла, о котором я постарался чуть-чуть вам рассказать, да, подводных замыслах и то, что предполагалось, но не было реализовано или реализовано не так, как предполагалось. Об этом тоже можно еще рассказывать долго. Ну, вот эти вот галочки показывают, что на шедевр литературы, наверное, все-таки претендовать это творение вряд ли может, да. Но все-таки в качестве заключения надо сказать что-то, подводящий итог этому небольшому экскурсу в искусство регулирования. Является ли он шедевром? Скорее всего, нет, но также не является продуктом научного творчества, да, вот, какого-либо осмысленного, основанного на достижениях науки, разработки регулирования будущего. До этого момента у меня уже, конечно, давно не было иллюзий в отношении того, насколько научным является процесс создания нового регулирования или его применения. Но была надежда на искусство. Да? Вот после сегодняшнего дня уже и
на искусство не надеемся. Является ли оно экономически привлекательным? Боюсь, что нет, потому что оно еще больше увеличивает требования к капиталу, чем те, которые есть сейчас, которые были признаны уже к началу 10-х годов избыточными, и ради пересмотра которых затевался весь фундаментальный пересмотр торгового портфеля. Да, в результате к чему мы пришли? К победе консерватизма, да, и к еще большим требованиям достаточности капитала. Является ли оно хотя бы одним из трех ключевых для Базельского комитета критериев? Простым, сопоставимым и неким внутренне согласованным. Простым, я думаю, что навряд ли, да. Сопоставимым. Ну, вы видели, какой разброс оценок. Трудно говорить о сопоставимости. В силу чего? Высокой сложности самого подхода. Чем больше степеней свободы, мы об этом говорили на прошлой зимней школе, да, с вами, тем труднее этот подход реализовывать, труднее его администрировать и проверять его правильность и сопоставимость. Является ли он последовательным, уважаемые коллеги? Но я постарался сегодня за эти несколько коротких мгновений вам штрихами крупными показать, что вряд ли, да, потому что точность, обоснованность расчетов приносится в жертву чему? Интересам подопечных, да, индустрии, которые не хотят покрывать капиталом весь торговый портфель, сказали бы сразу, да, им это и не делали бы пятилетний пересмотр. Экономических стимулов, которые пытаются сохранить систему кнута и пряника, ну и каких-то целей, называемых целями, опирающимися на здравый смысл, например, соотношение двух подходов между собой, которые вовсе не так очевидны и вовсе не так здравы, как могут показаться на первый взгляд. Но все-таки хочу в заключение сказать, что критиковать в юмористическом или в серьезном ключе созданные произведения, пусть даже не искусство, не литература и не науки, всегда поучительно, весело и интересно. Но сделать что-то лучшее гораздо сложнее. Поэтому в завершение хочу сказать, что, как вы все помните, политика – это искусство возможного, да? А регулирование – это часть политики. Путем этого нехитрого силлогизма все-таки приходим к выводу, что искусство в регулировании какое-то есть. Спасибо за внимание. Надеюсь, вопросов уже не осталось. Перед обедом есть, да? Есть. Пожалуйста, микрофон. Да, Алексей, спасибо за такую занимательную лекцию. У меня вот следующий вопрос. Вы говорили о том, что если внутренние модели банков не проходят на удовлетворительном уровне определенные критерии, то банки возвращаются к стандартизированному подходу. Но сам стандартизированный подход, он будет как-то со временем верифицироваться? Или вот он будет как идеал незабвенный? Хороший вопрос, спасибо. Будет пересматриваться по мере необходимости. То есть для этого предусмотрена возможность, ну, конечно, без конкретных обязательств по срокам, объемам пересмотра, но эта калитка есть, да. Если произойдет существенное изменение уровня риска по рынкам, да, придется эти коэффициенты заново перекалибровывать. Это отличает новую схему достаточности капитала от той, что есть сейчас, которая однажды рассчитана, больше уже не пересматривалась ни разу. Ну, один раз, можно сказать. Да. Большой Алексей, вот вы сами это хорошо показали, что далеко не шедевры те документы, которые в рамках Базельского комитета создаются. И вот хотелось бы вам, как представителю Банка России, как раз, может быть, вот экспертное мнение услышать, все-таки те революционные какие-то новые технологии возникающие, которые, ну, на самом деле, будут предметом завтрашнего дня, тот же блокчейн, который может на самом деле революционно изменить саму систему финансовых отношений в ближайшие там, может, пятилетия, да, где банки как таковые будут уже совсем другую роль играть и прочее. Каким образом это анализируется, рассматривается и вообще говоря учитывается? А то получается такой страусиный подход, что мы считаем, что все есть как есть, ничего новые технологии, они где-то там и ничего никак на нас не повлияют, или мы сможем их как-то вот отодвинуть и не давать им развиваться. Как вот с этим быть? Спасибо. Хороший вопрос. Мы как раз, по-моему, 2 года назад на предыдущей школе пытались заглянуть в будущее того, каким может быть регулирование, фантазировать на эту тему, в том числе будущих рисков, да, и рынков, возникающих в связи с новыми технологиями. То, о чем говорилось здесь, это регулирование того, что есть сейчас. Оно, естественно, отстает от развития технологий, от прогресса. Но по-другому быть не могло, потому что технологии рождаются каждый день.
регулирование пишется годами, да, причем очень с большим трудом в итоге принимается, потому что должно учитывать вот эту сложную композицию интересов очень многих вовлеченных в него экспертов. Здесь нет практически ни слова, если вы прочитаете этот документ, из того, о чем вы говорили, будущее возможно, да, рынков, связанных с платежами, с расчетами, с торговлей, в том числе высокочастотной. Это все потребует, вероятно, другого регулирования, ну, в том будущем, которое наступит. Я не беру сейчас предсказывать горизонты. Вы видите, какие огромные сроки, да, у этих процессов. Это годы, годы на разработку, на принятие, на вступление в силу, на то, чтобы подвести какие-то итоги. Но не исключаю, что эти сроки будут сокращаться, потому что по мере того, как прогресс ускоряется, да, вот устаревание старого регулирования будет сильнее видно, чем это было еще 10-15 лет назад. Вполне возможно, что это будет какое-то регулирование уже не сугубо банковское, да, оно должно быть ближе к рынкам. Но об этом мы тоже говорили, как оно может выглядеть, по крайней мере, с сегодняшнего дня, уже из вчерашнего, если говорить точно, двухлетней давности. За это время поезд тоже уже ушел в эту сторону. Пока это все развитие тех идей, ну, тот же показатель expected shortfall, да, ему скоро исполнится уже 20 лет с момента его официального опубликования, признания. Здесь нет ничего радикально нового вот в этом регулировании, как вы сами видите, к сожалению, но есть комбинаторная новизна, то есть попытались совместить все то вот лучшее, да, что, по мнению банков и регуляторов, удалось наработать за этот 20-летний период применения прежнего регулирования. Насколько оно соответствует будущим вызовам, утверждать не берусь, ни как эксперт, ни тем более как представитель Банка России. Хотя все, что я говорил сегодня, относится, естественно, к официальной позиции банка, сугубо моя экспертная точка зрения. Еще вопросы, да? Алексей, спасибо. Скажите, пожалуйста, вот это ваша оценка процесса, да, вот галочки вы расставили. А как его оценивают другие участники, которые разрабатывали этот документ? Ну, я думаю, что они не подходили с такими критериями к его оценке, да, не пытались дать ответ на вопрос, занимались ли они искусством 5 лет, или наукой, или литературой, или еще чем-то. Они оценивают это как большую сделанную работу, принятую, конечно, в конечном счете с некими оговорками, издержками, вот этими калитками, которые нужно будет в будущем открывать для пересмотра, подкрутки этого всего. Но, опять же, это некий компромисс, да, компромисс между регуляторами разных стран с разными взглядами на рыночный риск и экспертами, и своих организаций, и компромисс с индустрией, потому что никакое регулирование невозможно ввести в действие, если его не готово принять большинство регулируемых. И вот чтобы этот компромисс нащупать, нужно много времени, потому что научным подходом здесь, вот, вы понимаете, да, не пахнет это метод проб и ошибок. То есть было выпущено 3 консультативных документа, имеющих разный смысл, разные направления возможного дальнейшего движения. В итоге сошлись вот на таком, что более-менее устраивает банки. Ну, устраивает как, вы видите, да, с каким итогом они. Ну, есть определенная надежда, что они, как и любые адаптивные системы, смогут к этому тоже подготовиться и какие-то для себя выгоды из нового регулирования извлекать. Это вопрос времени только, да? А вот какого времени, посмотрим, будущее покажет. Алексей, спасибо большое за презентацию, очень интересно. А вот хотелось бы как раз вопрос по поводу будущей технологии, уже и теперешних, собственно. В принципе, если в банках капитал контролируется хотя бы ежедневно, это вот очень хорошая скорость. Но природа рыночных рисков и там последние события развития там деривативных рынков активно показывает, что в принципе банк можно за пару биржевых часов опрокинуть. Если какие-нибудь намерения там, и задумки по поводу анализа, там, не знаю, ввода хотя бы там, те же там, какие-нибудь повышенных штрафных коэффициентов именно за внутридневные позиции. То есть оценка не просто там, вот, моделями, например, там, с частотой раз в сутки, да? Вот, а за то, что еще в течение дня все это может быть еще гораздо страшнее раз в 10. Да?
Очень хороший вопрос. Спасибо. В этом документе такого не предусмотрено. Ну, отчасти потому, что стоимость внедрения даже этих подходов оказывается на грани возможного для современной банковской индустрии. Я сам был свидетелем встречи с представителями крупнейших банков, где они говорили примерно следующее. Все это замечательно, то, что вы написали, и мы даже готовы это внедрить без дальнейших дискуссий. Только вот по 20 миллиардов нам выделите на переход и модернизацию программного обеспечения, и мы все это радикально поддержим. Это вопрос цены. Я уверен, что эти подходы, конечно, масштабируемы во времени, да, они могут иметь разные горизонты их применения, за исключением самых коротких. Мы, по-моему, на одной из школ говорили про то, что на коротких горизонтах вот эти вот портфельные меры риска во многом вырождаются, да, утрачивают смысл, и невозможно их использовать как, например, базу для расчета лимитов, потому что, ну, нужно что-то принципиально иное. Может быть, вообще не из этой области. Это более традиционное регулирование, основанное на ежедневном подведении финансового результата, соответствующем тестировании моделей, так как привыкли банки делать. Да, возможно, жизнь их заставит, и наверняка это есть, даже не наверняка, абсолютно точно, в банках возможности оценки риска, упреждающей до заключения сделки, да, pre-trade, risk management, и заключение, вернее, оценки хотя бы грубой, приближенной рисков в момент, когда сделка заключается, чтобы видеть, как меняется риск портфеля. Но регулировать это очень сложно, потому что любое регулирование хорошо только тогда, когда есть...